Всем привет, с вами Inform TV. Валентина Кособутская – невероятно обаятельная и талантливая женщина, которой достаточно редко удавалось получить главные роли. Но стоило ей хотя бы на пару минут появиться на экране, как она приковывала к себе внимание телезрителей. Валентина отлично вжилась в роль Бабы-Яги из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити», а также ей особо удался образ Федерико Распони. Кособутская родилась и выросла в Санкт-Петербурге. После окончания школы она сразу же пошла в театральный институт, однако экзамены провалила. Но это не мешало ей осуществить свою мечту. Валентина Григорьевна начала работать, а в свободное время училась петь и танцевать. Спустя год ей удалось поступить в ЛГИТМИК, который она с успехом закончила. Поначалу она выступала в Псковском драматическом театре, а затем вернулась в Ленинград, где завоевала популярность у посетителей театра музыкальной комедии. Первую роль Валентина сыграла в киноповести «Чтобы быть счастливым». Она вышла в 73-м. Уже через год ей досталась роль Бабы-Яги в телевизионном спектакле «Два клёна». В то время актриса и знать не могла о том, что эта сказочная злодейка принесет ей популярность во всем СССР. В 76-м вышли сразу два фильма, где играла Кособутская. К сожалению, режиссеры больше не предлагали ей играть яркие и необычные роли. Но в прошлом году на экраны вышел фильм «Купчина» с участием Валентины. Там она сыграла роль матери Натальи. В 2002 году актрисе очень повезло. Ей дали звание заслуженной артистки Российской Федерации. Некоторые ее коллеги порадовались и сказали, что она была этого достойна. А другие попытались ее обидеть своими высказываниями. Однако Валентина не обращала внимания на таких людей, поскольку лучшие зрители – это те, кто любит актера не из-за звания. Хоть Кособутская и обожает своих фанатов, она не делится подробностями своей личной жизни. Лишь однажды она сказала, что у нее был мужчина, который заставил смотреть на мир по-другому. В настоящее время Валентина старается придерживаться здорового образа жизни, играет в театре, снимается в кино, приходит на творческие вечера, а также наставляет молодых актеров. Если вы помните замечательную Бабу-Ягу из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити», ставьте лайк. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!